Впервые уличных музыкантов я увидел в 1989 году. И именно тогда же я впервые выбрался сам. Пионеры в леса уходили, оставляя могилы предков. Я прекрасно помню вот этот ужас от того, что вот ниоткуда вдруг материализовались деньги. В СССР, как вы, наверное, догадываетесь, или слышали, или читали, все это вообще не поощрялось, там, да, то есть музыкант должен выступать в концертном зале, на какой-то площадке, там, в крайнем случае, в каком-то там подростковом клубе, там, и так далее, и тому подобное. Вот, на улицах все было жестко регламентировано. Это было, ну, совсем в новинку, и таких людей в центре города были единицы. Конечно, периодически появлялись какие-то отдельные люди, там, ну, какие-то, может быть, там, инвалиды, условно говоря, там, да, или какие-то пенсионеры, которые могли там что-то там петь, особенно по праздникам, например. Но это не было такой системы. Система начала складываться, я думаю, так скажем, с лета 1987 года. Это был период, который сейчас называется перестройкой, да. Начались определенные послабления в области, в том числе и культуры, и, условно говоря, охраны правопорядка. И в том числе в области рок-музыки. И тогда как раз очень, ну, очередное поколение музыкантов, которое где-то себя жаждало, ну, выразить, да, оно столкнулось с тем, что играть-то ему, собственно, и негде. Сайгон кончился, рок-клуб кончился, вся молодежь оказалась на улице. Особенно, я бы сказал, это начало сильно развиваться уже в 90-х, да, потому что 90-е годы – это время, когда Россию кинули в период экономических реформ тяжелых. В материальном плане что нужно вам? В материальном? Денег, конечно. Да, денег. Деньги не все, наверное. Нам пенсию и нормально давали. Все, мы не можем жить. Люди просто реально оказались без средств к существованию или не видели перспектив, куда они могут эти свои, так сказать, таланты приложить. То есть тогда было принято играть в подземных переходах. Вот эти два подземных перехода рядом с гостиным двором. А туда фактически переместилась вся молодая богема, если так можно сказать. То есть вся творческая молодая интеллигенция вся потянулась туда. Поэтому конец 80-х и начало вот первые 3-4 года 90-х, это вот самый был такой расцвет именно такой хаотичный, но живой и изнутри развивавшейся вот этой культуры уличной музыки, уличного музицирования. И вроде бы, вот так неожиданно попав на самое дно питерской цивилизации, в подземный переход, я видел людей, молодежь, которая почему-то не говорит о деньгах. Мы обсуждали музыку Битлз, мы обсуждали Боба Дилана, мы обсуждали Набокова, мы обсуждали Льюиса Кэррола, мы каким-то образом пускали по рукам одну единственную засаленную копию Толкиена, который тогда считался на вес золота. И вот именно там я познакомился впервые с настоящей интеллигенцией. Не в школе, не в университете, не где-либо, а именно на улице. Сегодня произошла самая крупная за многие годы переоценка материальных ценностей. Мне трудно что-то сказать, потому что жизнь невыносимая буквально. На нас просто сделали эксперимент. Я думаю, все, что делает наше сегодняшнее правительство, во вред коренного населения России, русского народа. 31 декабря 1989 года, когда я ушел с последней своей работы, я сказал: Сережа, ты больше никогда не будешь работать на дядю. Да. А идея была вот в чем, что я, честно, там 6 лет работал на заводе «Лет Полиграфмаш», у меня были совершенно бешеные деньги накоплены. Ну, там 6 тысяч. По советским временам это так. На квартиру можно было там машину купить. Ну, они там в течение года сгорели, вот, когда начались все эти инфляции и прочее. И ты сказал: все, больше дядя у меня не получит ни копейки налогов, ни одного часа работы. И ушел. Эй, дед, ну чего там, дед? Ходи, Савельич, не задерживайся. Куда проходи? Туда, куда же еще? Туда? А мне туда не надо. Каждый день, как последняя скотина. Утром станок включил, вечером выключил. Хватит! Чего уставились? Завидки берут. Вы-то теперь все туда, а я-то вот. Решил так плотно бомжевать. Там жил по всяким этим склотам. Вот, очень было интересное место, Басманник там. Никто Андрей Басманов заправлял всем. Это была единственная оставшаяся квартира во всем доме, остальные были все выселены. И все крысы, и все тараканы из всего дома, они собрались в этой квартире, потому что там больше в остальных не было чем поживиться, это прекрасно. Они просто, эти крысы полюдно так прыгали туда-сюда, а тараканы как дождь попадали с потолка. Вот, ну, в общем, там весело было. Ну и тут эту квартиру тоже выселили, и мы уехали вот в Комарово, вот этот нехороший дом, где там 1200 кустов конопли впоследствии были обнаружены. Ну, хватит, ну оставьте хоть что-то. Ребята, оставьте хоть что-то, ну не надо. Ну, ребята. Да чего ж бывает, некоторые до чужого добра жадные, вот что я могу отметить. И туда приехал вот человек из Норвегии, такой Бернт Андерсон. А он был функционером вот так называемого Rainbow движения. Вот, который ездит там по всяким странам, там в Владках живут, там они медитируют, там анашку покуривают. Вот. А он был функционер от его скандинавского отделения, которое проводит свое отдельное скандинавское сборище, называется Team Meeting. И они очень хотели, чтобы к тому времени эти двери открылись в Европу, и русским стало можно легко, свободно ездить. Тем больше норвежцы раздавали эти приглашения довольно легко. И вот он привез приглашение там всем. Ну, так получилось, что, в общем, только один я поехал. Поскольку денег-то не было, конечно, у меня совершенно, ни русских, ни норвежских, никаких, вот, то Бернт говорит: а что тут деньги? Ты же гитарист, выходишь на улицу, бряк, 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 ну, тебя набросают. Пытался играть, уже достал гитару, тут был. Нет, что-то не получается. И вот уже день на третий, когда я такой голодный и не спавший, и вообще совершенно измотанный, в очередной раз сидел где-то и думал, что делать, подходит ко мне человек и говорит: Сергей, хочешь банан? Он параноик, я подумал, выследили. Откуда он знает, что я Сергей? Вот. А он говорит: я вот тут с этими, с голландцами поговорил, они говорят, тут сидят русские, он ничего не умеет, вообще такой бедный, весь грязный, печальный и голодный. А я, говорит, тут все знаю. Я тут 6 лет на этих улицах клоуном был. Он меня научил же и играть. Он говорит: что ты боишься? Эти люди видят, тебе первый посидят в жизни, и ты их тоже. Берешь гитару, становишься в людном месте, бряк-бряк, чтобы ты не играл, тебя все равно бросают. Я там встал, бам-бам-бам-бам-бам, и там за 15 минут мне бросали 70 крон. Подошел тот же человек, вот я вот стою, слушаю, он такой пьяненький: вот ты же круто играешь и поешь. Я говорю: и что? Ну, посмотри, сколько у тебя денег. А я работаю вот в том здании, там, в нефтяном бизнесе. И у меня вот столько этих денег. И я считаю, что это несправедливо. Что вот ты так круто играешь, и у тебя ничего нет. А у меня все есть. Залазит в карман, ставит такую пачку денег, шлепни их туда. И тут я понял, как все это легко и просто. Ну, 9 лет такое совершенно. Совершенно как без копейки денег нищенской жизни, да, условно говоря. Если бы не было этих уличных выступлений в Европе. Быть может, самый удивительный уголок Москвы – тихие арбатские переулки. Не всем открывают они скромные свои тайны, но, коли разгадаешь их, полюбишь всей душой. Бунин писал: «Здесь, в старых переулках за Арбатом, совсем особый город». Надо сказать, что обстановка в стране была такая, что вся эта информация была чуждая и враждебная, поэтому политические власти, это было запрещено вообще для просмотра, для показа, для трансляций. Я должна сказать, что это прекрасные ребята, которые несут большую радость всем жителям Арбата и всем гостям Москвы. Тогда было 2 Библии на ВХС. Это фильм «Брэкдэнс» и «История хип-хопа», где Африка Бамбата, ну, фильм «Бамбаты». И все как раз пользовались этими кладезями. Что-то оттуда дергали в основном, а потом откуда придется. Где-то что-то показали по телевизору, где-то что-то подсмотрели. У каждого есть такое, наверное, в жизни. Какая-то точка отсчета, да, от чего, почему так все происходило. Просто пошел на Арбат с вокзала, увидел ребят, которые пытались танцевали брэкдэнс, и тоже вылез, поскольку я умел. Подошел этот Антон, миксмейкер, диджей, он же Кинтоша, и разговорился со мной, говорит, тебе надо познакомиться с Фредом, с Гансом и с Дельфином. Такие танцоры еще были. Я говорю, ну, почему ты так решил? Он говорит, ну, потому что это... То, что сейчас здесь происходит, это типа не уровень, это вот просто ребята там что-то корчились из себя, а тебе надо серьезно заниматься танцами. И познакомил меня с Дельфином в итоге. Позвонил какой-то мой приятель и говорит, что есть парень, вообще супер танцует Электрик Буги. Я говорю, да ладно, действительно, показал там пару эффектных па, я был поражен. Вот, и поскольку я жил в Арбате, на Арбате прямо на улицах, как бомж настоящий. Он как раз в то время только приехал в Москву, ему особо негде было жить. И он как-то сразу стал жить у меня. У нас была своя арбатская туса. В основном это были там Дельфин, Кинтоша и я. У нас была группа, называлась она «Планета Рок». Такая танцевальная группа. Причем мы все втроем в разных стилях совершенно работали. Я Электрик Буги, Дельфин Локинг и Кинтоша Кингтат. Мы брали кусок картона в магазине или где-то у грузчиков там просили арголит, выносили его на сцену и все. И за этим, ну, как бы кто-то приносил магнитофон. Как правило, я это был. Вот, потому что... На батарейке скидывались все вместе. На батарейке скидывались, да, все вместе. Или натанцовывали на батарейке. Потом уже научились договариваться с местными арбатскими жителями, чтобы нам скидывали удлинитель, подключались, чтобы уже не скидываться на батарейке. Как бы так все происходило. Но это только танцы. Толпа. Большая толпа собиралась всегда. Потому что для простых людей это было очень не то что редко встречаемое, а практически это просто инопланетное зрелище было для них. Вкупе с музыкой, с инопланетной, да, потому что да, это непонятная для них музыка такая не звучала ни по радио, ни по телевидению. Это непонятно одетые молодые люди, которые делают непонятно что. Поэтому любое выступление брэкдансеров уличных, оно сопровождалось огромной-огромной толпой. Огромной толпой. То есть люди сидели на головах друг у друга и на фонарях, чтобы посмотреть, что там происходит. У нас танцплощадка была. Над танцплощадкой было кривое такое дерево над ней. И я просто на то забирался. 5 суббот-воскресенье там играли танцы. Я там сидел постоянно рядом с музыкантами, смотрел с дерева. И один раз я забрался с Томи Хиси. И мы так с ним познакомились, в общем, и постоянно там зависали. И потом начали им помогать всякие колонки носить там. И потом Михей стал барабанщиком, а я бас-гитаристом. В конце 80-х началась движуха, и вот как раз Bad Balance начинался, там Фет и Шеф, Лей, Михей там начали все движуху. И в 89-м году Михей там начал что-то на гитарке что-то поигрывать, какие-то фишки. Вот, и начался этот налетчики Bad Би, по-моему, первый альбом в 89-м году. Они начали записывать. Потихоньку я начал общаться с брейкером, собственно. Вот, я с ними пообщался, там иногда еще приходил, я уже забыл, как зовут, чувак, который играл на вёрлах. И вот мы с ним потом вдвоем играли. Я на контрабасе, он на этих вёрлах, на бочках, и брейкеры танцевали. В общем, понеслась эта вся рок-н-ролл, пати. Там в духе а-ля джаз блаза. Где там забеги всякие делали. Было интересно. Очень много пили и курили. Вот с этого момента началась контрабасная тема арбатская. У нас, помню, в доме аспирантов-студентов мы жили, у нас 60 копеек было. Внизу была столовая, и купили рисовую котлету, прикинь, на троих съели. И я там тетку постоянно это скручивал. А тетка что-то на меня запала, на меня. И постоянно на меня: ой, черноглазый, черноглазый. И она нам приносила сухари, большой пакет сухарей и чай. Я помню, у нас просто так куча пакетов с сухарями, бычки на батарее так лежат. Но мы в это время что-то все равно написали, создавали. Все ушли там еще что-то, мы с Михеем там до утра, помню, до 11 утра писали. И оказывается, сука, любовь у нас была чуть наполовину готова. Вообще, первый раз мы исполнили ее на Арбате, я играл на контрабасе, и Михей постоянно тусовал, тоже брейкер, но он там не танцевал, но время от времени там что-то делал, какие-то забеги. Вот. И потом мы с Михеем решили, типа, постоянно, сыграть, сука, любовь, давай, нам, давай. И я, короче, на контрабасе играл, а Михей становился рядом и бил по контрабасу. Ну, знаешь, как это, такие. И я там играл, и он пел. Вот как двигалась. Я взял их под сердцем, они там валялись, так не болелись, и кто-то не брали. Летает ковали, ровно печали. Все подходили, нифига себе, круто, очень круто. Оля Максима из радио Максим. Я говорю: слушайте, у вас офигенная музыка, есть записи, давайте я вас покручу, поставлю на радио. И мы дали, сука, любовь, и вот проснулись знаменитые. Там на всех, по всем радиостанциям, по всем этим, везде начали приглашать. По 3 концерта в день и понеслась, короче. Сука, любовь. Когда мы танцевали на улицах, к нам подошел человек, который говорит: ребята, вы как танцоры мне очень нравитесь, давайте создадим танцевальный коллектив или там какой-нибудь мальчиковый типа Backstreet Boys, там не знаю, потому что ему нужны были ребята, которые хорошо двигаются и чтобы на сцене хорошо смотрелись, симпатичные. Мы ему подходили по всем параметрам, предложил нам заниматься вот этим проектом «Мальчишник». Но это только танцы. Мы говорим: давай попробуем, почему нет. В принципе, Арбат уже задолбал, много чего нехорошего там начало происходить, просто на улицах там и какие-то наркотики начали продавать, и опера, и... Но это вообще, это уже был 90-й год. Ну, это уже был 90-й год, начиналась жизнь. Это наши уличные имена, так нас знают друзья, так все нас знают. То есть это вариант такой уличных паспортов? Да, в какой-то степени. А на какой улице их выдают? Ну, на улице Арбата, я считаю, потому что мы раньше танцевали там брэкдэнс, это все началось, мы дошли до рэпа вот так вот. Скажите, ребят, вот темы основные ваших песен это какие? Секс. Секс! Как это мило! Секс! Без перерыва! Секс! Секс! Как это мило! Стоп! Стоп! Что это было сейчас? Было, в общем, какое-то морально-нравственное воспитание с нами со всеми проведено. которая запрещает нам это делать в принципе. Мне кажется, что мне жизни не хватит, чтобы как-то вырасти до такого предела, когда, ну, покажется, что я переросла улицу. Я даже, ну, я не знаю, не могу придумать такой ситуации в жизни, как ее можно перерасти. Ну, то есть это такая сценическая площадка настоящая, мне кажется, не имеет каких-то пределов. Один раз попробовав, очень сложно потом отказаться от этого, уже вернуться к коробке, к театру. Да, то есть это уже такие рамки, в которых сложно существовать. Потому что на улице все по-настоящему. То есть то, что происходит в зале, когда уже зритель уже пришел, уже купил билет и уже сел, да, и это уже, ну, половина успеха. В театре ты в любом случае получишь аплодисменты в конце. Даже если никто не понял, что происходило, всем не понравилось, в конце они похлопают. Мало того, этот человек, даже если вчера было хорошо, сегодня не очень, но он все равно получит за сегодня свою зарплату. Он все равно не останется голодным, и даже в пенсионный фонд ему отчислят за то, что сегодня он схалявил. На улице этой возможности нет. Ему никто не заплатит зарплату, если он схалтурил сегодня. Поэтому какие-то свои самые дурацкие идеи на жизнеспособность лучше всего проверять на улице. Мы же клоуны, поэтому мы, как правило, дурь какую-то предлагаем на улице. Ну, просто ерунду, какие-то глупости для людей. Суть моего номера, который я придумала, это такой стул заказов. То есть я беру стул, обычный простой, из дома, ставлю его на улицу, и у меня есть такая, как бы, книжечка-меню, где написано, ну, некоторые услуги. Вдруг появляется такая социальный страх такой, что я мешаю людям на улице. То есть я вот ставлю стул, они идут куда-то по своим делам, а я со своей глупости лезу, ставлю им на их дороге препятствия. И поэтому поставить стул вот прям посреди потока людского, это был, для меня был вызов. Потом я думаю, почему люди не садятся на стул? И я попробовала сама сесть на стул, и это очень страшно. Ты сидишь, это сложно объяснить, ты сидишь на стуле, мимо проходят люди, они на тебя смотрят, ну, как на дуру, конечно, которая почему-то сидит на стуле посреди пешеходного этого потока. И это такое внутри волнение, непонятно из-за чего, совершенно беспричинное. В общем, прошло часа 2,5, пока первый человек не сел. Я подошла к нему, наконец-то принесла это меню. Он, правда, хотел сразу вскочить, но я его смогла как-то там уговорить, не убегать, не бояться. Вот. И этот человек, первый вот мой клиент, выбрал просто посидеть молча рядом со мной. Ну, чтобы я с ним посидела рядом. И вот это был, ну, такой, ну, может быть, потому что это был первый раз, поэтому он такой самый, кажется, сильный по эмоциям. Мы сидели, люди шли прямо на нас, он сидел на стуле, я сидела там на картоночке рядом, мы просто молча сидели и смотрели, как вот поток проходит мимо нас людей. Люди, кто-то останавливался, там нас фотографировали, подходили, спрашивали. Мы просто сидели, вот так смотрели сквозь людей, такое было ощущение какое-то экзистенциальное, какой-то поток жизни, как будто жизнь проходит мимо тебя, а ты вот остановился на секунду. Это такая медитация, хотя просто мы посидели на стуле. Этот опыт уличного выступления, он дает тебе возможность правильным образом самого себя скорректировать. То есть где ты правдив, а где ты врешь. Вот, поэтому даже если ты не уличный артист, я считаю, что ты должен туда обязательно пойти. Туда за честностью надо идти, за правдой, за настоящим, за чем-то. В театре этого никогда не будет. Возможно, другие мастера не ставят этих требований, но это вот мое личное мнение, и я в этом смысле очень суров. Обязательно все на улицу, хотя бы один раз. Пришел в театр сделать навесик над балкончиком. Работал я на тот момент кровельщиком и остался в театре. В качестве студента первой студии театра, имени которого нельзя называть. Театр, имени которого это синтетическое образование, то есть это скорее наука о том, как из того, что ты знаешь, сделать нечто новое. Ну, то есть синтетическое движение, как из чего-то, из каких-то твоих навыков, которые ты уже знаешь и умеешь, сделать что-то новое. Вот так и получилось. Там встал на ходуле, взял в руки чемодан, появилась реприза еще на первых гастролях, это 7 лет назад. В Сочи там я ходил с чемоданом на ходулях и автостопом пытался остановить машины. Люди на это как-то отреагировали, потом... 5 лет назад, когда я начал задумываться о том, что нужно бы зарабатывать уличным театром, потому что им хочется заниматься и хочется этим зарабатывать, таким образом, путем проб и ошибок, появился непредсказуемый предсказатель. В общем-то, идея, она цельная получилась. Добавилась трость, как уникальный предмет. Меняются костюмы, меняется стилистика. Люди приходят новые работать, что-то свое приносят, например. Сейчас у меня работает 7 человек, они все совершенно разные. Самый первый мой ассистент – это Илья Мальцев. Он приехал из города Воронежа сюда, учитель русского языка и литературы. Владка, загадочная гадалка, она, да, тоже с педагогическим образованием. Коля, он музыкант. Юра, он вообще ФСБшник бывший, милиционер. Еще у меня работает мертвый человек. Он умер, у него официально по документам он мертвый. Ты парень горячий такой, горячий такой, горячий такой. Разные люди работают. Горячий такой, горячий такой, горячий такой. Что же ты, парень горячий такой? Посмотри. Нет смерти, а есть много любви. Совсем нет смерти, а есть много любви. Смотри, нет смерти, а есть много любви. Я начинал как уличный музыкант когда-то в самом начале 2000-х и играл на улицах в основном Германии, в основном Баварии, Мюнхен, Аугсбург, Регенсбург, Ингольштадт, Нюрнберг. И почти каждый день, то есть как бы на улицах, в любое время года, вот с моей группой, которая стала потом группой Billy's Band. Дело пошло, скажу. То есть сразу я даже не ожидал, что уличные музыканты столько зарабатывают. Изначально мы ходили только для того, чтобы заработать деньги, а то, что мастерство, которое приходит с годами, если ты уличный музыкант, это, конечно, но это не было целью. Цель, конечно, заработать. Мне лично это было неинтересно. Я как бы врач был в тот момент. Я работал врачом, поехал в отпуск в Германию. Мне сказали, что можно здорово заработать на улице. Я зарабатывал. Вместо того, чтобы подхалтуривать где-то на стройках, я в этом смысле не романтик. Мне очень нравится строчка в песне группы «Соль земли» Артема Саграды, где он поет, что «И без рэпа прокормлю свою семью». Вот, то есть музыка, она все-таки, на мой взгляд, должна в первую очередь решать, ну, не финансовые твои проблемы и меркантильные, а давать какое-то ощущение, что ты, ну, типа, не зря живешь, что ты что-то важное делаешь. Мечта в голодной темноте. Я выходил не каждый день, а только когда мне хотелось. Если бы я относился к этому как вот, как прям конкретно к заработку, то, наверное, как в любой работе, было бы и выгорание, и вот эта ситуация, когда вот у тебя есть набор, допустим, там песен 30, и вот уже тошнит уже самого от этих 30 песен. Каду подпалил, да бред достал. Эх, при советах жить, торговать свой грех. Только на вставке уходила в лес. Эй, ой, да конь мой вороной. Для меня это было просто в кайф. Такое классное времяпрепровождение. Мы с ребятами приходили, у нас были девочки, которые ходили с шапками и приставали к людям. Я приходила туда на какие-то там пару месяцев летом ради смеха, наверное, походить шапкой. А осталось на 8 лет почти. Мне сказали, что музыканты живут тем, что они зарабатывают на улице, и это их подработка, у кого-то чистый заработок. Мне сказали, что есть возможность взять шапку и помочь музыкантам. Но в тот момент я не знала, что это такое и сколько люди зарабатывают. Вот. Меня просто попросили «аск». Такое было выражение «аскать». Оно и по сей день тоже есть, просто все называют по-разному. Кто-то собирает дань, кто-то аскает. Ну. Дали шапку, я не могла выйти, мне было стеснительно. Я стояла, люди проходили мимо, я стояла с этой шапкой, у меня тряслись руки и колени. И я не понимала, что нужно делать. То есть это стало интересно, это было как адреналин какой-то. Ты подходишь к людям, ты их не знаешь, ты получаешь эти эмоции от того, что как-то люди на тебя реагируют. Это постоянная смена новых лиц. Просто видишь человека, и ты уже иногда понимаешь, что если вот я подойду, я ему скажу, допустим, определенные слова, как он среагирует, что он сделает. У меня ни разу не было такого, чтобы я подходила к человеку, он там агрессивно среагировал настолько, чтобы замахнулся или там оттолкнул, что-то такое. Было пару раз, что люди слали на 3 веселые буквы, и все, и ты такой, ну хорошо, ты никогда не выходишь на агрессию, ты не шлешь человека куда-то, ты говоришь спасибо, я вас понимаю. Некоторые люди, которые себя считают очень прошаренными в жизни, ты к ним подходишь и говоришь, типа, мужик, дай там 10 рублей на озеленение Марса, а мужик говорит, шел бы ты работать, мальчик, как бы, и ты думаешь, да пошел ты нахуй, мудак. Потому что это, как бы, это тоже работа, никогда не побирались просто так, в общем. Всегда круто исполняли, делали кайф на людям, И за это, соответственно, и вполне справедливо просили донейшн. Приходилось, это называется, под поток. Бегать шапкой, когда просто люди проходят по своим делам, а ты подбегаешь к каждому и пытаешься остановить, зацепить, что-то сказать, как-то привлечь внимание, сказать, что вот музыкант, послушай его, он круто делает, положи нам денежку. Я против аскеров, которые активно пытаются вытрясти деньги, кидаются к прохожим и кричат «помогите бедным музыкантам». Это вообще дискредитирует музыку, уличных музыкантов и вообще всю идею. Я считаю, что уличное музицирование – это самый свободный вид творчества, который есть в музыке, самый свободный. И свобода должна быть по отношению к потенциальным слушателям в первую очередь. Никакого насилия. Аскер считается раздражителем в какой-то степени. Ты встал послушать песню, тут же через 10 секунд тебе подбежала там девочка или мальчик подошел, тут же там «дай денег, дай денег». Ты не успел оценить то, что ты слышишь, ты не успел воспринять как-то, может быть, не знаю, тебе не понравился куплет, а припев тебе там, или остальная часть песни будет близка чем-то или очень, понравится исполнение. А тут тебе не дают послушать, тебя отвлекают, это еще что-то просят, или если это холодно, тебе нужно что-то доставать из кармана. Потому, очень часто люди говорят, что неудобно что-то доставать, давайте потом. Я к аскерам отношусь положительно, если они ненавязчивые. Не дали тебе денежку, да, но все равно там поулыбались, допустим, да, это ты уже получаешь свой профит с этого. Я не знаю, я позволяю людям спокойно, я не подхожу, не напрягаю. Я даю людям возможность послушать, оценить то, что они видят. Если им нравится, они могут либо сами подойти, либо я подойду. Я никогда не настаиваю. И когда спрашивают, что там у вас какой-то определенный ценник, я говорю, что я не меню, я не имею права за определенные песни выставлять цены. Вы даете ровно столько, насколько вы оцениваете музыкантов. В голом виде очень сложно продать продукт. Просто голую музыку продать очень сложно. Нужно какое-то действие. Уличные музыканты, они в большей степени перформеры, нежели музыканты. Иногда они слишком музыканты, интроверты, что никто не может зацепиться ни за одну их музыкальную мысль. Поэтому надо гармонично развивать. Уличное музицирование – это тоже определенного образа перформанс. Это уличное выступление. И поэтому, если ты хочешь успеха, то надо смотреть, надо сидеть вот как на рыбалке, где поклевка, значит, там и подсекай. Я ходил каждый день из колледжа в Вологде. По Каменному мосту есть там такое место. Я как-то скромно жил, хотел купить себе чего-нибудь вкусного. На тот момент только едой у меня ограничивались запросы. И я вышел, начал играть. Через преодоление, конечно. Скромно было. Здесь ясно слышно, как поют мои города, мотив полон цвета и красоты. Еще мы играли в электричках до Череповца, от Вологды до Череповца. Со мной какое-то время ездила девочка, она тоже хорошо пела, мы играли в одном оркестре, она играла на трубе. И у нас очень сочетались все голоса, то есть она стройно пела, все у меня со слухом хорошо, потому что с другим бы я не поехал, наверное. И все, там вагоны аплодировали нам. Еще просили. На самом деле на бис в вагоне в электричке вызывали. Это, конечно, было трогательно для меня. Скажи, а вот ты в какой-то группе играешь или ты поэт-песенник, бард? Я очень долго собираю группу, но что-то никак не собирался. А можно тебя где-нибудь еще услышать вот в городе? Вот. Мне просто очень понравилось, действительно, искренне. Я бы очень хотел еще это. Периодически бывают выступления, да, но... Одному что-то скучно просто стало выступать, и были несколько выступлений уже в Петербурге не так давно, 2 года, так учусь здесь. где-то раз в 3 месяца бывают выступления, потому что не можешь собрать команду, не можешь найти единомышленников, и иногда какой-то скепсис возникает по поводу того, что делаешь. Но потом все равно возвращаешься обратно, потому что лично мне без этого никуда. Ну, мне кажется, что единомышленники – это то, что приходит с возрастом и с опытом. Ну, я потерплю, я подожду еще чуть-чуть, я надеюсь на то, что они появятся, да я уверен в этом. Я сильная, я справлюсь. Ну, так как у нас город маленький, все, кто выходил на улицу, друг друга так или иначе знали. И тут я иду, как бы, у меня выходной, я играть не собираюсь, и стоит парень молодой, волосатый, и поет песню «Три полоски». А я привык, что как бы я лучше всех пою, а тут чувак лучше меня поет, в общем. Animal Jazz — это мой этот самый конек был. Подхожу к нему и говорю, дождался тоже окончания песни, говорю, чувак, ты так круто поешь. И мы обменялись телефонами, и я у него был записан как Саша Триполоски. И в течение нескольких лет у меня этот Саша Триполоски в телефоне вот так периодически показывался, да, я думал, кто это, потом вспомнил, это же Саша Триполоски, вот. На тот момент я, конечно, не мог понять, что это будет самым позитивным моментом в моей практике уличного пения. А встретились мы уже в Петербурге вот, в составе группы «Аффинаж». Все знаешь про меня, знаешь, что внутри. И тая в темноте, не оставляй меня, мечта. Не оставляй меня, мечта! Короче, все было банально. Я тогда бухал целый год, и мне было делать особо нечего. Ну, у меня был тогда нигилизм подростковый. Мне хотелось пить и умереть. В какой-то момент деньги на боярышник кончились. И тогда я впал в великую депрессию и понял, что надо с этим что-то делать. Надо как-то заработать себе на пропитание. Один мой товарищ, Леш Слайвер, есть такая группа «Диктатура сердца», он мне предложил: «Санек, а пойдем заработаем денег в переход». Со мной однокрылый птенец, воспарив над растаявшим краном любви. Короче, есть 3 типа переходных музыкантов. Есть те, кто давят на жалость. Например, что-то такое вот там. Вот идет зритель, да, и ты давишь на жалость. Поешь какую-нибудь жалостливую песню, чтобы человеку прохожему стало стыдно за то, что он идет такой, у него в кармане мелочи, у него все хорошо. Второй тип, это вот они обычно по электричкам, нормальные ребята есть, играют, они всем хорошего настроения и такой веселый кардебалет. Ну, вам надоели, скажите честно. Нет! Нет, точно! Точно! Отлично! Тогда держитесь. Давай, братан. Сегодня мы вам будем гундосить, ну а вы нам лавандосить. Дорогие же вы наши лавандоса-носители, ну и бабосодаватели. 2 терминала вас приветствуют, потому что если бы не вы, мы бы так бы продолжали валяться на помойке. А так вот отбрились, отмылись и сюда к вам явились. Ну, очень приятно играть сплошь одним олигархом. Ну что, продолжаем колбаситься под шнура. 1, 2, 3, 4. И третий тип – это те, кто играть не умеют. Вот я, наверное, был третьим. Короче, как? Взяли расстроенную гитару, пошли. За вечер мы заработали 200 рублей. И мне так понравилось, что я понял, что этим можно вполне спокойно зарабатывать. И вот все лето я тогда провел, приходя в переход. Начинал каждое утро. Умирали пацаны, страшно. Умирали пацаны. И вот все песни в таком духе. А потом приходил Леша и добавлял это все гражданской обороной и песнями абсолютно с таким же настроением. Сам ты порой можешь не понимать, нахер ты играешь в переходе. Можно же там, как вот родители говорили, что можно же там пойти еще куда-нибудь подработать. Что ты вот херней вот этой занимаешься там. А я в целом считал, что ничего это не херня, это такой же труд. Ты выходишь, поешь, вкладываешь душу. И, в общем-то, я же не попрошайничаю, подайте мне на это, подайте на то. Я пою песни, это твое дело. Там, допустим, идешь ты мимо, кинешь ты мне денег или не кинешь, это уже чисто твоя воля. Я же ни у кого там ничего не выпрашиваю, я не выставляю свою хромую ногу там куда-то. А люди на меня так смотрели странно, как будто вот он сидит, каким-то дерьмом занимается, и вот он идет, и он рад, что он не такое говно, как я, блядь. Это как подниматься снизу. Как быть посудомойщиком в отеле, а в один прекрасный день стать управляющим. Это круто. Мы всегда гордились тем, что мы уличные музыканты. Я думаю, это так круто. Я думаю, большинство людей это вызывает уважение. Ну, я имею в виду уважение среди музыкантов. Но в то же время, я думаю, это не очень приветствуется в шоу-бизнесе. Многие люди из шоу-бизнеса не воспринимают тебя всерьез. Они считают, вы всего лишь уличная группа или всего лишь уличный музыкант. Но нам никогда не приходилось сталкиваться с неуважением. Да, мне никогда не было стыдно. Это круто. Я всегда люблю видеть уличных музыкантов, куда бы я ни шел. Я всегда поддерживаю их, если с собой есть мелочь. Я думаю, это отличный способ взаимодействия людей. Но это не так просто, как кажется. Это непростая игра. Для меня она была бы невозможна без вас, парни. Мы пытались играть на улице, и получалось весьма неплохо. Но случалось разное. Мы могли потратить все деньги. Мы должны были платить за жилье, иначе пришлось бы жить на улице. Лишить себя завтрака? Да, мы всегда откладывали 5-10 евро, чтобы позавтракать. Затем возвращались на улицу, чтобы снова заработать на еду, сигареты. Я понял в процессе деятельности, где-то недели за две, что мне это еще дает, вот игра в переходе. У тебя полностью исчезает стыд. Ну, обычно, когда ты молодой музыкант, ты очень болезненно воспринимаешь, как тебя воспримут там. Вот. А у тебя нет еще опыта масштабного опыта публичных выступлений, ты такой весь скованный, весь такой переживаешь. После перехода месяца игры у тебя пропадает стеснение и стыд, и ты выйдешь на любую сцену, перед любой аудиторией, и построишь их всех, сука, бля, если кто что не так. Великий народ нам родиновых плитах присягу, сраву неверные, кривые улыбки на рожах, побитых карманах, слушат револьверы. Это ощущение подобно тому, когда вы с другом немного пьяны, и в какой-то момент вы начинаете понимать друг друга с полуслова. В повседневной жизни мы все очень разные, все в своих заботах. Нам трудно понять друг друга, но на улице нам удалось создать особое пространство, где мы можем просто быть собой. И это будет в порядке вещей, потому что обычно нам нередко приходится притворяться. И только здесь ты можешь быть собой, и люди принимают тебя таким, им это нравится. Плюс еще, у тебя есть ровно 10 секунд, идет человек по переходу, ты поешь, и это самая, сука, честная аудитория. Этот человек, вот либо ты его сейчас за 10 секунд завоюешь, либо он пройдет мимо. И вот это тоже помогало укрепляться в том, что, в общем-то, аудиторию нужно завоевывать. И вот, а в переходе она самая честная. Это прохожий, который идет в своем тоннеле реальности, который движется по определенной траектории, вот он каждый день там ходит, и у тебя есть 10 секунд, чтобы на секунду его вырвать с этого тоннеля реальности, чтобы он услышал песню, и, может быть, что-то свое, вот он там подумал, блядь, хорошо пацан поет, или ебать, у меня так же было. Или там, например, блин, ладно, дам мелочь, вот и все, и дальше пойду. И вот этот опыт, он, публичных выступлений, он как раз очень хорошо, очень полезен будет начинающим музыкантам, которые дохуя себе думают и думают, что они какие-то особые, что аудитория их там может не понимать. В переходах самая честная аудитория, вот эти прохожие. Но наши взаимоотношения с улицей строились, вот, наверное, не по классическому формату. То, что мы делаем в формате Хоуксмит на улице, это совершенно другое. И родилось это совершенно случайно. Мы в какой-то момент этим летом нам показалось, что, опять-таки, что это достаточно необязательно репетировать в каких-то душных помещениях. Ну, грубо говоря, как мне помнится, мы сидели на репточке, и там вот эти огромные комбари, что-то какие-то коробки, там рядом кто-то за стенкой, там шредерит. А наши репетиции ведь проходят так, что мы, ну, часто это медитативная такая штука, мы играем что-то, нужно остановиться, потом поймать себя, вот давай это доделаем, но большая часть это какая-то медитация, просто, собственно, игра. Ну вот, и оказалось так, что у нас просто были барабаны, была вся нужная аппаратура, и мы вышли, решили спрятаться сначала, как бы просто не в людное место, не в прохожее, а в пустой парк. И начали играть совершенно не для людей. То есть это началось с каких-то импровизаций, там потом как-то перерастало в некоторые песни. Играли и наши песни, и какие-то импровизации там на другие темы. Ну, то есть это больше было как бы для нас. То есть, ну, мы, в общем, подумали, не обязательно же репетировать как бы вот в традиционной как бы форме. Можно и попробовать так. Может, что-нибудь новое получится. Того, что вот, например, мы не нашли бы на репточке. Неожиданно оказалось, что вокруг стоят люди, и они не ждут как бы районы, кварталы, они слушают вот это. Ну, то есть они поймали, ну, может быть, им это показалось интересно. И они стояли и слушали, а мы не старались их развлекать. Но, тем не менее, как бы, они все равно слушали. Мы всегда играли в таких местах, где вот так или иначе была зелень. Там деревья, трава. Вода была всегда. Вода была, да. Там. Какие-то образы возникают, какие-то ощущения, опять же, те же самые, которые оп-оп-оп через тебя проходят и выражаются в музыку, которую ты играешь. Вот, это, вот этого на репточках точно нет. Я когда была маленькой девочкой, когда мне было 7 лет, моя мама начала ходить в протестантскую церковь в городе Когалыме. Ну и я начала ходить, потому что, в принципе, в 8 лет у тебя нет выбора в жизни. А в церквях, как все знают, есть в православной церкви есть хор, в протестантской церкви есть группа прославления. Вот мои ребятки, с которыми мы играем, Равиль и Ваня, мы все были в прославлении. У меня подружка, она делала фонд борьбы со СПИДом, наркотиками, и вся эта вот благотворительная история. Она проводила в школах лекции, общалась с молодежью, и она сказала, что было бы здорово, если бы вы что-то сыграли. Но Ваня с Равилем, они уже к этому времени играли, то есть у них уже была рок-группа. И мы такие подумали, ну давайте попробуем сделать какой-то каверок. Включить микрофон, вспомнить слова, и видеть глаза людей, слышать сердца. И вот мы играли рок и переехали жить в Москву. Первое время мы учились жить в большом городе. И это больше похоже было на такое выживание в Биг-Сити, потому что было много очень приключений, ужасных ситуаций. Один раз вскрыли палатку с курицей гриль ночью, потому что мы 3 дня до этого не ели, жили в коттедже зимой, где нет ни воды, ни отопления, ни света, ни электричества, просто ничего, просто голые стены. Мы с помойки притащили матрас, и вот все жили вот в этих условиях. 2 года почти не занимались музыкой, ничего не писали. Потому что мы работали. Мы приехали в Москву, я устроилась на работу через 4 дня. И мы вот работали, переезжали. И вот без музыки вообще никак. Ну вот прям беда. Ну вот ты вообще не знаешь, чем заниматься. То есть, ну вообще не знаешь, чем заниматься. За несколько месяцев до того, как закончилась вся эта история, наш проект английский About Me. И мы со своим About Me поехали играть на концерт в Мезофорте. И вот как-то на этом событии мы познакомились с Артемием. Ником. Тот, когда я начала петь, я понял, что не, ну это просто вообще запредельное что-то. Я не помню кому, вот кому-то из тех, с кем я пришел на этот концерт, я сказал, это, в общем, моя жена будущая. Альбина спросила меня, ты работаешь где-нибудь? Это очень популярный вопрос у женщин. Стеснялась, так сказала, ну, я вообще-то играю на улице, и... ну, вообще-то это не так плохо. И она сказала, да нет, я значит, сразу типа, а что, это плохо, что ты, типа, меня сейчас там как бы обвиняешь в этом, там, что я бич какой-то. Я начал ходить на стриты, и Альбина, ну, приглашать ее, или она сама хотела, она приходила на мои стриты, смотрела на меня. Когда он заиграл, и я как бы охренела немножко, потому что, ну, это... Для меня тогда это было сверхъестественное что-то. И это был тот человек, который мне говорил, например, там, ты сильный, ты смелый. И я становился сильным. То есть меня давала, просто она говорила мне, и у меня это получалось. В моем случае, как ни крути, если бы не было Артемия, я бы не стал заниматься своим проектом, которым я занимаюсь. Был момент, когда мы с ним пошли вдвоем, у него что-то там с настроением было плохо, он оставил мне все оборудование, гитару, лупер, комбик, и такой говорит, все, я не хочу, я, короче, домой, хочешь поиграй, хочешь, типа, что хочешь, то и делай. И ушел, короче. И я вот подключился и залип. Альбина сказала, что она хочет попробовать постритовать. Стрит начался как раз к концу моего становления и сражения за уверенность в себе и в своем таланте. Это свой мир, своя жизнь, и если бы я абсолютно вовремя поняла, ну, настолько была бы в себе, вот настолько уверена, что просто сказала все, ну, как бы, ну, настолько себя понимала. И вот прям когда надо было остановиться, перестала стрить, у меня бы вообще не было ни одной негативного ну, воспоминания или эмоций об этом. Но так как я сама в этом немного застряла и позволила себе, типа, заниматься творчеством, типа, я уличный музыкант, я типа творчеством занимаюсь, я тут вышла, чтобы попеть для души, но на самом деле я выходила, чтобы заработать какую-то копеечку, то тогда бы вообще не было никакого даже серого оттенка в этой всей истории. Что, петь будешь на улице? Я не пою на улице. А это что такое? У меня концерт в Олимпийском. В Олимпийске? Я немного окунулась в эту среду, я не говорю, что все такие, но слишком много стритеров, которые, ну, они просто играют для того, чтобы заработать бабла. Там нету вообще никакого творчества. Это те люди, которые остановились, но это не только стритеры, вообще музыканты, в принципе, которые остановились в своем развитии, они достигли какого-то творческого потолка, и дальше нужно сильно трудиться. А они не хотят трудиться, они уже хотят какой-то выхлоп получать. И улица для этого очень удобное место, потому что ты как бы пролежал, вот я пролежала 5 дней вот так лежа на кровати. Я уже умею петь эти 10 песен, да? Ну, я умею, все, я их впела до такой степени, что ты меня в 3 часа ночи разбуди, я их спою. Я вот пролежала 5 дней такая на кровати, ничего не делала, занималась всякой чепухой. Потом на 6-й день у меня стрит, и я спокойненько лежу и знаю, да что я встану, пойду, сыграю свои 10 песен, заработаю свое энное количество денег, и все. И я застряла в этом состоянии. То есть мы всей компашкой застряли в этом ужасном состоянии. Прошло 20 минут. Мы закончили. Прошло 20 минут. Ты рада такому заработку? Нет, 10 рублей. А где мои бабки? Я не понял. Вот. Реально есть именно такая прослойка людей, которые играют на улицах. И это безумно, ужасно и просто... Ну, это антитворчество. Только переехал в город, поступил и жил в общежитии. Познакомился с классной девушкой. Вот. Она была, ну, прям, ну, любовь всей жизни. Нифига не попишешь. Вот. А я играл в переходе в Купчино. Причем не как сейчас. А раздолбанная гитара, пел отвратительно, играл хуже всех. Вот. И реально это, наверное, смахивало на попрошайничество чисто. Расскажи мне про любовь. Расскажи, как надо жить. Ты уличный музыкант, значит, ты не побрезгуешь играть в переходе, в грязном. То есть там же постоянно грязно, то есть там постоянно люди ходят. Там. Ты кладешь туда, ты идешь, у тебя грязный чехол от гитары, ты грязный. Ты начинаешь работать рано, заканчиваешь поздно. Соответственно, ты расхлябанная личность, не всегда ты вспоминаешь, что башку надо помыть. У тебя длинные сальные патлы. То есть, ну, это в целом создает образ такого хренового мальчика. Совершенно никчемный, уродливый парень в незрячих глазах. Глеб, как бы, он поднимался, а я опускался. То есть, ну, я довольно из богатой семьи, и я, возможно, единственный уличный музыкант, который играет не ради денег, действительно. Потому что мне просто деньги не нужны. Между крышей домов, между дверей тут и там, я не помню свой дом, мне забылся мой храм. Я помню, до сих пор помню, как я с папой ходил, ну, он меня привез в центр Питера, и... Мы идем, там играют уличные музыканты здесь, там, и он такой: смотри, Сева, такое только в нашем городе. Я такой: ебать, да, такое только в нашем городе. Школьный ансамбль, вокально-инструментальный. Мой отец, царство небесное ему, он хотел всю жизнь, чтобы я стал спортсменом, там, боксером или человеком, который там зарабатывает, наверное, много денег. Но это нормальная мечта каждого родителя. А я вот где-то в 2007 году уже окончательно для себя решил, что вот буду уличным музыкантом. Светленно проплевавшись, читахатина патриарших, я вбиваю бычки в перила, ожидая свой киарио. Мы в то лето были первые музыканты, которые первый новый коллектив на улице образовавшийся. То есть не какой-то пересобранный, а то именно люди просто со стороны пришли и сказали: мы здесь будем. И нас не любили все. Барабанщик, с которым я сейчас играю, хотел набить лицо моему гитаристу Руслану просто. Это было дело, на мостах подрались, они подрезали нам места. С Музалёвым действительно жуткие драки были, он орал на нас. Ну, ментов не вызывал, слава богу, но было. Мы на него орали: да ты никто, ты нам не нужен, кто ты такой вообще? И что ты старый? Я так от этого устал уж. Это то, что конкуренция, потому что все ребята, сейчас уже много аппаратуры, которые ты вот можешь научиться играть несколько песен, взять маленький комбик, выйти на улицу, спеть и заработать себе там на бутылку, там, не знаю, мороженого. Вот, и легкие деньги, и все начнут, опа, особенно ребята, которые приезжие, там, с общежития. Танцоры днем, вечером музыканты, днем ребята на ходулях. В общем, переизбыток. А когда уже нам, там, ребятам постарше, когда мне негде ставить, мы как-то уже начинаем ссориться. Ну, то есть ты стоишь, играешь на этом месте довольно долгое время, там, не 2-3 дня, это там год, 2-3, может быть, ну, какое-то очень долгое время, и ты появляешься там каждый день. И так вот, в принципе, получается, что тебя видят на одном и том же месте, оно каким-то образом закрепляется за тобой. Негласное, наверное, какое-то правило среди музыкантов. Новый год, 9 мая и алые паруса — это, ну, что-то вроде негласного символа, что тут расписаний нет, тут кто успел, тот быстрее занял. То есть есть свои места, вот есть канал Грибоедова, и там мы разрешили так. Мы там, допустим, нас на Новый год позвали на корпоратив, значит, вы там делите по времени там, но мы должны понимать, что если кто-то приедет раньше нас, мы ему ничего предъявить не сможем. То, что у нас здесь расписание, для него 31 декабря будет не аргумент. Музыканты все лезут в центр. Центр — это туризм, и это прибыльным считается очень. Поэтому там уже не встать нигде. Музыкантов очень много. И пока вот мы стоим, играем на Восстание, люди проходят Вишневский, они приходят и говорят: мы уже столько денег оставили в центре города, пока всех прошли, всем оставили денег. На Дворцовую не сунешься, то есть на Дворцовую никогда не сунешься. Дворцовая, она расписана между Музалёвым, Челноковым, Морганом, Беслямовым. Там человек 8-10 у нас свои системы, которые туда никто не лезет. Люди иногда приезжают из других городов. И то, почему у нас свободное по законам Российской Федерации, у нас не то, у нас свободно, мы здесь первые пришли, приходится объяснять, разговаривать. Делом принципа. То есть мы вставали, не так давно было тоже, включили просто оборудование, подключили свой звук, ну не на максимум, довольно громко. И просто стояли, играли параллельно. Стояли мы и стояли еще ребята-музыканты. Стояли, играли. Толково. А люди просто, которые видят ежедневно нас, они, ну конечно, они подходили там, ребят, что происходит, кто-то там спрашивал, кто-то подходил, начинал выгонять другую команду. Мы принципиально мы можем стоять бесконечно. Ну, это нормально, это везде так, мне кажется. Только об этом все молчат. Для меня это не очень понятно до сих пор, потому что это совсем не то, к чему мы шли и ради чего мы туда шли вообще. Вот я шла со своими музыкантами, было свободное место на Кузнецком мосту, я захотела поиграть час, и меня быканули и сказали, что я кому-то должна, кому-то обязана спрашивать разрешение, когда я должна это делать, когда я не должна этого делать. Они на это все взглянули как какая-то определенная инфраструктура, решили начать сами ей рулить. То есть мы распределяем, кто где когда играет, надо через нас по телефону записываться, но на все пятницы записаны мы, а вы можете там, может быть, в понедельник, во вторник, если как бы вот... С барского плеча оно упадет на тебя, понимаешь? Но опять-таки, в моем понимании, это все варианты из 90-х. Никакого отношения к творчеству это не имеет, поэтому просто неинтересно с этим соприкасаться. Что-то там выяснять, разбираться, вообще не наш путь. О, братан, а что это такое? 103 раз, 103, 23 соточки. Каких соточки? 2 соточки. Ты прикинь. Ну, все, что есть в шапке, я приношу и складываю все это в общую кассу, грубо говоря. Касса даже грубое название. Все, что мы зарабатываем, мы делим поровну на всех. У нас нет никаких разделений на проценты или что аскер, то есть, получает меньше, потому что шапкой ходить легче, чем играть на гитаре. А чё она? Были моменты, когда Ваня просто сам играл и думал, что он без нас заработает больше денег. И скорее он хотел больше заработать денег, потому что он очень сильно нервничал. И для него это был большой стресс, и мне его нервы передавались. И если мы начинали вместе нервничать, то это была жопа полная. И девочки только и думали, девочки там, ну это Альбина и девушка Ваня, только бы чтобы, блин, ну не дай бог они вот сегодня хоть бы они нормально сегодня заработали, чтобы мы пришли домой, потому что это был просто взрыв мозга. Понимаешь, тебе надо заплатить там за что-то, ты уходишь, тебе надо срочно что-то, ты вот поешь один, не пошло, ты сразу собираешь свою аппаратуру, идешь домой и ждешь своего прихода. Не получилось. А надо, вот это самое трудное. То есть, если этого нет, ты не пойдешь искать других вариантов, ты просто подождешь. Вот. Тем более, это тебе приносит определенный доход, который тебе позволяет, допустим, 2 дня не выходить. Ну, мне. Кому-то, может, Музалёву, может, 2 недели приходит себе. Мама может не выходить. Я зарабатываю на улице, ну, при постоянной работе 70 тысяч рублей в месяц, если я выхожу каждый день. Самый большой заработок мой – это 180 евро на Кипре. И 12 тысяч с Равилем в метро. Человек там просто идет, он там спел его любимую песню, он тебе отбросил портмоне полное денег. Ты посчитал там 120 тысяч там, или 130 тысяч. Это фарт, как бы, понимаете? Или там, ну, я так как-то не люблю об этом как бы распространять всю информацию. Скажешь, что я вот зарабатываю по 50, по 100 тысяч за вечер. Подумают, как так? Мы так тоже хотим? У нас будет... Нет, в принципе, нормально, я это все прекрасно понимаю, но к этому, чтобы зарабатывать, скажем так, чтобы зарабатывать там максимум каких-то денег, к этому надо идти постепенно. Постепенно, что? Я так никогда в жизни не получится, ты выйдешь там и заработаешь сразу на 1 000 000. Если попадешь на кого-то спонсора, почему бы и нет? Обнаглевшие менты по указке сверху выгоняют музыкантов с улиц, арестовывают, пишут лживые протоколы, конфисковывают инструменты. Ручные судьи приговаривают к штрафам по 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей! За то, что вокруг музыкантов собираются слушатели. Они хотят зачистить все живое, все веселое, все, что растет, все, что высовывается, все, что мешает их мелким и крупным темным уличным бизнес-предприятницам. Был момент, когда выгоняли прям постоянно. Каждый день мы приходили, нам говорили, что здесь нельзя, вы не можете играть, вы не можете ходить шапкой, вы не можете тут чехол ставить, очень громкая музыка. Любой нюанс, который просто укладывался под то, что называется «нельзя». Вот. По какой причине? Какой причине? Нарушение общественного порядка? Да. А что мы нарушили? Что мы нарушили? Какую статью? Да вы что, серьезно, что ли? Да вы что? Серьезно? На основании чего? Вы мне скажите, на основании чего им... Какой именно? Какой именно? Какой? Ну, какой статьи? Статьи какой? Секрет. Вот. Вот, видите, у нас люди, прошедшие аттестацию, не знают статью закона, по которой пытаются нас забрать. Как это получается, непонятно. Секретная информация, ребят. То есть, если вы хотите узнать, по какому поводу вас забрали, это секрет, знаете, вот. А если увозят, поехали, что там, незаконная коммерческая деятельность, хорошо, массовое скопление людей, хорошо, там, неспланированный митинг, хорошо, где подписать. Очень часто ко мне подходят полицейские, шапкой нельзя, это, они пытаются мне две статьи переписать, вымогательство и попрошайничество. Я рюкзак ставлю, чтобы мне не мешал здесь. Вот. Туда деньги летят, я их после стрита высыпаю в канал Грибоедова, потому что не могу, мне туда аппарат нужно убрать. Вот. Я не забираю эти деньги. Я их не зарабатываю, я ничего не продаю. Мирно закончить. Не даем взяток, не пытаемся это делать. И, пытались всегда просто договариваться спокойно, что можно мы поиграем? Нет, почему нельзя? В какое время можно? И когда, может быть, другая смена, которая придет после вас, там пересменка будет, разрешит нам поиграть. С момента, как я ушел из переходов, я не давал взятки ментам, потому что, типа, не было такого, не было таких возможностей. Ты можешь заплатить, не знаю, чтобы они убрали другого музыканта. Ты не можешь им заплатить, чтобы они не исполнили то, что у них идет протокол. Не трогай музыку, ребят! Отлично! Браво! Я вернусь со стрита, бабки, есть красота, я все делаю так, и пускай я мудак. Заурядный спустяк, моя совесть, мой враг. Я не есть парняк, я не расту, как сорняк. Я не чувствую страх, я всегда держу так. И лишь время тик-так развивает мой флаг. Развиваться хуйня, развеясь крестьян, рассыпает друзья, берет мой свет и планов, теплись от меня. Зачем мне быть самобытным, ну, зачем мне быть отдельным артистом? Зачем? У меня самая популярная песня про уличную музыку. Я могу на улице найти своего слушателя, я могу на улице заработать денег, я могу на улице выстроить свое шоу. Все, что мне может дать продюсерский центр, я могу сделать сам. То, что как бы играю, мне до сих пор приносит, в принципе, удовольствие, мне не надоедает это, хотя я пою песни уже, наверное, по энное количество раз, по 1000, по 5000, по 10, не знаю. И каждый раз как-то по-новому. И я хочу уходить с улицы как можно дальше, потому что я ее уже переросла. Ну, все-таки 7 или 8 лет практически заниматься только шапкой. Это утомительно, это ощущение того, что ты, в принципе, больше ничего не делаешь. Но так складывается впечатление людей. Хотя я сама пишу песни, играю на гитаре, не могу. То есть выступать точно так же на равных с ребятами. На корпоративах выступаю, ищу выступления для ребят, концерты. Вот. Но на улице люди видят меня только шапкой, и, конечно, они думают, что это все, чего я добилась. Сяду я в машину и поеду в парк. Ладно, детское творчество. Давайте поаплодируем. Вот учительница спросит моего сына, а чем твой папа занимается? Он скажет, мой папа уличный музыкант. Мне кажется, это так, как-то так, ну не так, как должно быть в правильной семье. Если он скажет, мой папа там военный, там, мой папа космонавт, мой папа там инженер, как я говорю, что я иду на работу. Они уже, в принципе, к этим словам привыкают. Ну, что по-другому как-то сказать, я иду получать удовольствие, я иду там петь песни, я иду там улыбаться людям, наслаждаться жизнью. Как-то нет. Ну, уже это как бы подобрал слово «работа». Пусть это будет работа. Папа скептически относится. Он, то есть, так, относится к этому, ну как, ну, сын развлекается. Вот. Ну, то есть не как к чему-то серьезному. А мама с опаской, то есть наоборот, ей кажется, что это порой слишком серьезно, и это может меня затянуть, и я стану бедным наркоманом. Да, взрослым людям, ну, типа, под 40 такой говоришь, или даже за 30 кому-нибудь говоришь, уличный музыкант. Если не объяснять, да, что ты получаешь деньги за то, что тебе нравится делать, и таким образом развиваешься сам, если не объяснять эту длинную тираду, то они такие... Бездарь, шалопай, не знаю, бомж, попрошайка, алкаш, маргинал. Я говорю с одним бизнесменом, он при мне описывает музыкантов, такое, это же разложение личности. Они играют там группу «Ленинград». Они играют «Ленинград», поют песни про хуй, жопу и бухло, а люди вокруг их танцуют. Это плохо. Почему я должен стесняться того, что мне нравится, того, чему я даю такую энергию? Я, наоборот, об этом рассказал. Например, какое-то время я был одновременно школьником и уличным музыкантом. Вот о том, что я школьник, я никому не рассказывал. Этого я стеснялся. А о том, что я был уличным музыкантом, я трубил везде. Мне кажется, что я просто занимаюсь тем, что мне нравится. И я имею на это право. Вот, пофиг, есть у моего папы яхта или нет. У нас был известный случай на Думской. Просто Иван пел песню вокалиста группы «Олимпийский» «My Way», и он уже заканчивает петь эту песню, и к нему подходит девушка и говорит, вы только что исполняли песню вот этого мужчины, в смысле. А перед ним стоит Фредди Дёрст. А он стоял и снимал просто вот так вот его, и до конца песни доснимал, а потом только уже подошел. И момент с Noise MC был, мы с вокалистом ушли кушать, оставили оборудование другу. Он тоже исполняет песни, поет, играет. Он говорит, я постою, поиграю, вы пока покушаете. Мы возвращаемся из галереи, и он нам просто показывает фотографии, видео. Говорит, только что Noise MC играл на гитаре, на твоей, ты пел в комиксе. Дайте мне самому хотя бы минутку внимания. Дело в том, что припев наступил заранее. Я хотел сначала пару куплетов зачитать все-таки, но, видимо, ему владели тяжелые наркотики. Может быть, грибница все-таки проросла внутри нервной системы. Именно поэтому он изложил нам данную поэму. И она сразу же закончилась, и я его оттолкнул. Итак, друзья, сколько бы я ни пил, не думал. Стрит, сколько я стритила, и особенно, когда это было кайфово, вот это понимание того, что... Я творческий, хороший, что я вокалист хороший, оно устаканилось. То есть я перестала этого бояться. Я думаю, что стрит в этом сыграл большую роль, потому что, ну, вот я сейчас могу спокойно сказать, я хорошая певица. Все. И именно реакция людей, она, ну, как бы, она сработала на это. Потому что люди на улице, они идут, останавливаются, разговаривают с тобой. Они напоминают тебе каждый раз о том, что ты, конечно, поешь, и все классно, или играешь музыку, но это все равно больше, чем просто физическое действие или творчество. Ты что-то даешь. Вот ощущение того, что ты что-то даешь людям, оно кайфовое. Пришла пара взрослая. И они такие говорят, а вот показывают мне, короче, видео скидывают, когда я только-только начинал играть на улице, года 2-3, может быть, назад. Только-только начинал, они меня сняли, оказывается. Все это время искали, не могли найти. И вот каким-то чудом, типа, они меня нашли. И я прихожу, собираюсь играть, она говорит, а вот эту композицию вы исполните, и включает мне что-то мое старое. И я говорю, ой, слушайте, я ее, честно говоря, не помню. Знаешь, что они мне говорят? Они говорят, мы слушаем ее постоянно. И жена говорит, в моменты самой сильной любви, когда нас завладевают нами чувства, то есть вот в самый момент, когда вот мы настолько открыты, мы ее включаем, и вдвоем мы ее слушаем. И меня это взорвало мой мозг. Я не думаю, что это будет моим смыслом жизни. Это простой вариант. То есть это простой вариант не работать на дядю, не обманывать людей, не наебывать, да, там. То есть просто была ситуация на Кипре, там есть дядюшка, дедушка, он играет там уже лет 10, ему сам мэр разрешил играть, вообще где никому не разрешил, и мы с ним так пообщались очень, ему уже лет под 60 вообще, и он как бы играет, и я понимаю, что вот ты смотришь на него и как бы не прельщает меня. Отец хотел, чтобы мой отец хотел, чтобы я по его стопам пошел. Я вот для своих ребят, сыновей, не хочу, чтобы они поэтому. Я хочу что-то, когда ты молод и весь, у тебя мечта, можно достичь чего-то высокого в жизни. Мне, по сути, хватает то, чего есть, потому что я сделал вывод, у нас очень много разных групп любимых, а вот в уличных направлениях нет никого, там, ни легенд никаких, там, ни вот в России никто. Я уже так иду, уже как 10 лет, мне уже, слава богу, знают, как уличного музыканта, пусть я и останусь навсегда уличным музыкантом. Я как шучу, хочу, чтобы мои дети стали депутатами и выдали папе разрешение, что папа может играть на территории Российской Федерации до 10 часов в любом месте. Его никто не будет там бить или там обижать за то, что он там поет громко и так далее. Я правда не задумываюсь о том, кем я стану в будущем. Ну, типа, мне кажется, что, ну, уличная музыка будет приносить мне деньги. Выстроить политику Николая Музалёва, стать уличным музыкантом, который гребет бабло лопатой просто потому, что играет, не знаю, там, гребет Музалёва лопатой, ну, хватает. Семью содержит, значит, хватает. Вот, и буду содержать себя и семью на деньги от уличной музыки. Я смогу стать таким обычненьким, вот. Типа, мне кажется, что я не сдохну с голоду. На улице не окажусь. Может быть, меня и тряханет, но я выберусь. Вот. Я не против этого. Я не против таких штук, потому что если я им стану, значит, у меня в голове будет достаточно мотивации и убеждений для того, чтобы, ну, это делать. Значит, я буду счастлив. Ты можешь промолчать, ты можешь петь, стоять или бежать, но все равно гореть. Огромный синий кит, порвать не может сеть, сдаваться или нет, но все равно гореть. Гори, но не сжигай, иначе скучно жить. Гори, но не сжигай, гори, чтобы светить. А если этого не случится, то я буду делать эти штуки, несмотря ни на что. делать каменный ник. Когда в сотый раз играешь не свой трек, старый как век, для пары дюжин человек из вас эмоции льют, когда я забуду фугу. Но мне от этого, признаться, никакого толку. Похоже, что я захотел лезть на елку, и меня ободрять, да не выходит только. Как бы выразить, не собрать,